Да, белый. Просто красавец. Просто огромный дождевик. Оп. Привет, друзья. Привет, гости канала. Привет, подписчики. Появился у меня час свободного времени. Я решил сходить по грибы в лес. Ну, наверное, в лес не пойду, а пойду на свои места. Так как шел дождь 3 дня, думаю, напугал грибников. И должны грибы успеть повыпрыгивать. По крайней мере, я так надеюсь. Что найду, я вам покажу. Но вы смотрите видео, комментируйте, подписывайтесь. Просто огромный дождевик. Ни разу таких больших не видел. Некоторые люди их едят и говорят, что вкусные. О, вот красавчик. Вижу, дождик прошел. Показался. Забираем под березовик. Показались. Оп. Вот еще один. Вот там вдалеке, кажется, беленький. Сейчас мы к нему подойдем. Да, белый. Просто красавец. Опа. 3 дня шел дождь без перерыва. Людей было, наверное, мало, не ходили. Вот грибы успели повыпрыгивать. Красивый беленький. Еще один малюсенький показался, беленький. Откуда он здесь взялся, наверное, в прошлый раз пропустил. Плохо смотрел. А он здесь был. Уже перерос. Ничего, на сушку пойдет. Так, здесь мухомор рядом. Подосиновик. А подумал, что беленький. Сдалека похожий. Вот еще маленький подосиновик. Растет. Буквально 5-минутная пробежка. Уже грибами почти наполняет. Вот сколько же имею. Вот бугорок показался. И очередной красавец. Отправляется в пакет. Сейчас хожу по этой стороне, этой посадки. Наверное, перейду скоро вот на ту сторону. Там еще я не ходил вообще. Ну а потом вот в лес забегу. Потому что сейчас времени мало, должен дождь сейчас пойти. И увидел вот такой вот прекрасный белый гриб. Растет он здесь себе один. И думает, когда его сейчас сорвут. Опа. Просто прелесть. Забираю.
сколько говорю себе, нужно внимательно смотреть под ноги. Он был беленький, я вырвал и пошел. А иду обратно, вижу рядышком еще один маленький беленький растет. Придется забрать. Дождь здорово грибников перепугал. За 3 дня успели подрасти грибочки. Итак, ребята, буду заканчивать. Побегал я где-то час. Надо еще не опоздать на работу. И вот буквально что за этот час мне удалось найти. Вот. Где-то 1,5-2 килограмма белого гриба и подберезовика я имею. Так что сегодня такой результат часовой. Ну ничего, мне этого с головой хватит. Так что так. Буду заканчивать. Спасибо, что смотрели. Комментируйте видео, лайкайте. До новых встреч.